Зима не заканчивается. Начало недели в регионе выдалось на редкость снежным. На протяжении всего дня и до поздней ночи в городе и районах шел сильный снег. Шквалистый ветер до 24 метров в секунду. До утра были закрыты трассы, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. А людей, которые не смогли уехать из Ульяновского района, разместили в гостиницах. Рано утром Сергей Морозов созвал срочное совещание, пригласив глав районов города. Как доложил глава Ульяновска Сергей Панчин, всю ночь улицы расчищали 195 единиц. Техники. В 1:30, когда прекратился снегопад, уже основные силы пошли, и к 4 часам мы 70% дорог уже расчистили. В 4 часа мы дали команду, подняли 47 единиц управляющей компании, это трактора, которые зашли на дворовые территории. К работе по очистке территорий днем подключились еще 15 единиц техники муниципальных предприятий. Глава региона дал поручение чиновникам ежечасно отчитываться о ситуации. Каждый из вас ежечасно, начиная с 12 часов, дает такой вот своеобразный брифинг, значит, для того, чтобы, так сказать, выложить в социальных сетях ту информацию, которая есть. Третье. Вы обобщаете, так сказать, и вы даете обобщенную информацию центральным средствам массовой информации. Уже в полдень о проделанной работе отчитался Сергей Панчин. Он отметил, что дороги первой и второй категории будут убраны в течение 6 часов. А в течение 12 часов необходимо привести всю территорию города в надлежащий порядок. Есть сегодня проблемы по частному сектору, есть проблемы по управляющим компаниям ТСЖ, ЖСК. Это там, где сегодня жители из-за экономии денежных средств не нанимают дворников. Сегодня задача поставлена главам администрации районов. И, как я уже сказал, проезжаю, мониторю, смотрю, обращаюсь к жителям. Кстати, непогода и не думает заканчиваться. По прогнозам синоптиков, сильный снег и порывистый ветер местами ожидается во вторник и среду.